Новосибирец выжил после прямого попадания молнии. Это произошло во время ливня с грозой в минувшие выходные. Мужчина остановило сердце, но бригаде скорой помощи удалось спасти жизнь пострадавшему. С диагнозом электротравма его доставили в 34-ю больницу. Новосибирцам снова пришлось пережить напор стихии. На площади Лунинцев молния ударила в электрические провода. Никто не пострадал. Дождевая вода затопила вокзал Новосибирск главный. Лестница с площади Гарина-Михайловского на улицу Шамшурина превратилась в водопад. Залило не только привокзальную территорию, но и первый этаж вокзала. Пассажиры пробирались к поездам по щиколотку в воде. В разных районах города движение по дорогам было затруднено. На проезжей части образовались лужи, доходившие до решетки радиатора автомобиля.